Ну что ж, Гладиатор Менеджер продолжается. На связи Чандр. Поехали на чемпионат в Церкви Некромантов. Так, следующее сражение. Сразу 9 юнитов. Поехали. Девятерых я могу выставить. Много пиромантов. Пироманты — это плохо. В принципе, правда. Я барабанщика закидываю. Я могу переместить их? Могу. Слушайте, сейчас я перемещу тогда так, чтобы мне было удобно. Ну, вот так вот пойдет. Так. Выставляем тогда одного вот такого. Ну, собственно, еще вот так выставляем. Вот так выставляем. Конечно же, пару лучниц нам нужно еще. Как же без этого? Пару жриц. Ну и пару друидов. Все. Легчайшая победка должна быть, надеюсь, очень. Там, в принципе, приманили. Но все-таки пироманты пытаются задушить нас. Не вышло. Они пытались, они старались, но немножко не получилось. Еще больше противников. Кстати, а противников-то дофига. Я могу девятерых максимум выставлять, а противников больше же. Есть стрелок. По косарю будет стрелять каждые 0,65 секунд. И потом очередью на 1600 уроков. Ну, это сильно. Посмотрим, насколько это сильно. Никогда не видел уже сражение. А прям так сразу расстановку я оставляю. Так, здесь и руты, и заморозки, и куча всего. И еще притяжки, приманивалки. Да четко-то я не вижу, чтобы он сильно тащил. Так, друид. Стандартная прокачка. Следующее. Много стрелков. И крюк. Вот крюк, это опасно. Поехали. Крюк — это очень опасно и крайне неприятно. Как-нибудь выдержим, выживем. Почти мертв. Ну, кстати, мне поубивали очень много народу. Троих грохнули. Воскресите. Раз, два, три. Две жрицы и друид погибли. Под раздачу попали. Жрица. Жрица и друид. Следующее сражение. Поехали. А прям так сразу же. Я думаю, даже максимально быстро. На 300%. Ага. А это легкие должны быть победы. В принципе, мы должны чемпионаты все сейчас закрывать. Уровень сложности такой. Есть, правда, на аду нужно пройти там за 15 месяцев или меньше все арены. Не особо понимаю, как это сделать. Но в целом, надо понимать, на самом деле, какие юниты хорошие, какие юниты не очень. Вот, в частности, друиды хорошие, да, лучницы хорошие, жрицы хорошие. Железные хорошие и вот эти хорошие. Все. Это те, кто правда полезен. Барабанщики классные, конечно. Прям вообще топ. Но барабанщикам нужен соответствующий предмет, чтобы они тащили сильно. Так. И ловкость еще больше. Почему-то... Ага. Лучницы неправильно распределены. Так, сюда и сюда. Следующее сражение. Сражайтесь. Все живы? Вроде бы да. Следующее сражение. Поехали. Сражение. Вот этот вот врыв, конечно, очень сильная вещь. У меня лучница, кстати, 18-я, скоро получит 4-й перк. Так, ускоряемся. Все, изи. Вообще, 5 минут, ребят, затащили. Магический щит. Ну, начать можно с магического щита такого. Ну, в принципе, подобные щиты, они очень сильно важны. Но в целом... Самое главное, что нам действительно нужно каждому барабанщику, это вот эта вещь.
То есть неисправный механический костюм. Вот как его получили, все, считай, мы затащили. Мы выиграли эту жизнь. Так, предметы. Хочу со скидками. Дорого очень. И денег не так много. Вроде бы они есть, да, но не так много. Поехали вслепую. Выставляем девяточку. Раз. Два. Три. Абсолютно то же самое выставляем. Погнали. Три 200 там крит с выстрела лучницы. Уважаемо. Все. Так, выносливость на 1350 неплохо. Подготовление к фестивалю. Фестиваль по древним древам, по традиции бесчисленное количество поколения, но в этом году стало слишком опасно со всей этой нежитью, разгуливающей по лесу. Можем ли мы рассчитывать на вашу помощь, чтобы обезопасить лес к фестивалю? Да, плюс 45 получим. Уже выше дружелюбие пойдет. Ага, много мутантов, но в целом они все слабые. Барабанщики, пару лучниц и одна жрица. Эти ребята чисто, чтобы ХП побольше было. Ой, вернее, не ХП, опыт. Там у них бонус к опыту идет. ХП-то побольше, это понятно. У них бонус к опыту. У каждого. К опыту команды. Так, раз, два, три. И сила. Камень. Ты знаешь, где меня найти. Подарок от людей. Люди благодарны за нашу недавнюю помощь. В знак благодарности преподнесли подарок. Сила на 56. Ловкость на 50 и выносливость на 150. Слушай, а нужна ли мне сила на 56? Хорошо. Пожалуй, да. И все-таки, пожалуй, да. Либо ловкость на 50 и выносливость. Ловкость на 50 и выносливость лучше будет. Угу. Давай. Обязательно вырази мою благодарность. Не знаю, есть ли от этого разница. Вот это хотел поменять, да, например? Где здесь... Здесь есть выносливость, здесь чистая ловкость, здесь есть выносливость. Здесь выносливости поменьше, правда, но приличное количество ловкости дастся. Так, меч. Но у второй лучницы есть меч тоже. Ага. Так что выгоднее, наверное, было бы вот так распределить. Да. Так было бы лучше. 156, 274. Уважаемо. Магазин гладиаторов новенький. 18 уровня. Боец, у меня 16. Плевать. Можно кого-нибудь, наоборот, поменьше взять по уровню. Кстати, такая же штука. 24. Это неинтересно. Тоже неинтересно. Интеллект на 40. Две штуки такие. По 745 куплю и раз, и два куплю. На жрицах... А вот так можно выдать. На второй жрице есть. На друидах... А вот здесь нету. Хорошо. Можно дешевых гладиаторов купить, и желательно бы понапокупать гладиаторов, пока есть такая возможность. Дешевеньких. Сейчас только гильдия. Давайте поскупаем. Да, наверное, все поскупаем. Домики, все хибарки. Ресурсы, благо, позволяют. Уже не позволяют. Лучше бы и артефакты прокачивал, да? Ну да. Магазин гладиаторов. Лучше бы 11 уровня. Дешевле будет обходиться мне.
Ну, давайте возьму рыцаря, к примеру. Купить. 21-я лучница. Жесть. Прям реально жесть. 5000 хп. Отключает требования минимальной дальности для способности и увеличивает ловкость на 5% каждый раз, когда этот гладиатор наносит урон врагу максимум 20%. Сильно. Может взять вместо своих лучниц? Но я своих лучниц, конечно, немножко иначе качаю. Но в целом... Ну, да, я докачаю своих лучниц. Так, еще кого-нибудь дешевого. Железного возьмем дешевого. Друида возьмем дешевого. Еще железного возьмем дешевого. Все, бурлюнька, 20 гладиаторов у нас имеется. Буду платить не знаю сколько, но 20 гладиаторов есть. А я, кстати, могу их продать. Я же могу их продать? Могу продать. Да, хочу продать. Продаю. Я продам. Сейчас я всех неугодных своих продам, они мне не нужны. Но они правда, кстати, они настолько не нужны, что они прям совсем не нужны. В них ноль выгоды. Все, все остальные могут пригодиться, эти не пригодились бы никогда. Так, поехали. Так, здесь можно подраться. 2 на 2. Прыгульщик. И лучница. Погнали. А фигли? Он же приманил. Осуждаю. У меня лучница умерла. Ну, здесь опять будет. Сколько у нее здоровья-то? Это у него. 13 тысяч, а у нее 1440. Немного. Она уворачивается. Она реально уворачивается от всего. То есть не будет победы у нас? Видимо, не будет. Потому что она правда уворачивается от вообще всего. Вот зараза. Ладно, подождем. Нет, все-таки догнал. Не знаю, сколько они тут бегали, но догнал и догнал. 11 тысяч она нанесла, что немаловажно. Но плохо, что умерла. Так, подготовление к фестивалю 2. Только больше нежити. Давайте я чуть-чуть подожду все-таки, пока воскреснут. Магазин гладиаторов нет, а вот предметы со скидкой не помешали бы, если есть хорошие. Сходуемый, расходуемый такой есть у нас. Обычный. Это маленьких уровней. Нужно что-нибудь прям очень высокого уровня. Ну, 23-й, например, это хорошая тема. Но у меня есть... Все, восстановилось. Подготовиться к фестивалю 2. Поехали. Хотя здесь семеро. Нормалек. Погнали. Рутов нет, но не страшно. И снова спасибо, милорд. Теперь здесь достаточно безопасно, чтобы провести фестиваль. Рад это слышать. Железно рад. Остановить распространение культа. Стайка иммигрирующих крестьян хочет распространить здесь свою религию. На своей родине они поклялись церкви света и теперь хотят построить скинию в мертвых лесах. Так не пойдет. Мне нужно, чтобы ты сверх руководство этого проклятого культа. Почему вы называете церковь света культом? Это самая известная религия в королевстве. Только не в мертвых лесах. Эти земли всегда принадлежали церкви мертвых. Поколение крестьян это... Поколение крестьян это святотатство. Что будет дальше? Появится церковь элементали и начнет вмешиваться в наш климат? Было здорово, если у нас было больше солнечных дней. Я согласен. Поехали. Четверых надо поставить сюда.
10500 ровно. Этот впрыгнет. Ой, я сделаю лучше вот так, если честно. Все, достаточно. Чтобы быстрее было. Больше урона. Хорошо, мы покончили с этой ерундой. Дело сделано. Барабанщик еще. 15 тысяч здоровья. Так, здесь можем подраться. Один против многих. Большого числа слабых. Миллиард лучниц, да? У всех скорость 15. 16, 20. У самой сильной 20 скорости. Ну, в принципе, мой товарищ, конечно, догоняет их всех. Это мой любой товарищ догоняет их всех. Да. Тут вопрос в другом. Кто здесь наиболее выгоден будет? Моя лучница со всеми, я думаю, не справится. Но нисколько, по сотне наносит урона. Самая крутая наносит 129 урона. Моя лучница наносит 1130. То есть, по сути, моя лучница будет убивать всех с одного выстрела. Но у нее 3000 хп. Выживет ли она? Вопрос. Давайте попробую. Правда. Попробую лучницу свою. Да, ее хватило. Продолжим. Так, сила плюс. Надо тратить уже расходники, либо продавать. Либо продавать, кстати, да. Буду продавать. Ну нафиг оно мне нужно. Вот на опыт, возможно, стоит потратиться, да, а на остальное... Вот это не знаю. Такая своеобразная тема. Плюс интеллект с одной стороны, с другой стороны опасненько. Я не думаю, что мне интеллект просто настолько прям нужен. Все, оставил минимум 10 уровня. Поехали. Так, магазин гладиаторов нам не интересен. Подготовка к фестивалю 3. Поехали. Милорд, то само зло выползло из земли. Потусторонняя тварь с щупальцами размеров с дом. Что ж нам делать-то? Это опасно. 3200. Все. Самоуничтожается. Хорошо. Призывает 4 щупальца из-под земли, которые атакуют ближайших врагов. Это щупальца из-под земли? Нет, это жизни корень. Когда у монстра остается 50% здоровья, он поглощает жизнекорень, если он есть поблизости, восстанавливает 50% своего максимального здоровья. Ничего себе! 59 тысяч хп. Кошмар. Непонятно, сколько щупальцы будут атаковать. Сколько наносить урона будут. Миллиард интеллекта у него. Самое главное, 60 тысяч хп. Босс-призыватель. Ну, поехали. Попробуем разобраться с ним. То впрыгнем. То пойдем наверх. Пойдем вниз. Лучницы. Жрицы. И друиды. Сражение. Да, щупальки неприятные такие. Ой, стекает он не слабо. Ну, жизни корни, правда, поглощают. Убейте босса, щупальцевый изверг. Вообще-то он меня убил. Уже. 66 уровня. Он меня, кстати, реально убивает. Щупальки-то нас бьют. И будут убивать. Я не ожидал, что мы не будем уничтожать вот эти штуки. А надо было, стоило. Ну, потому что он сейчас опять пожрет. И потом опять пожрет. Ладно, может быть сейчас пробьем. У нас есть все шансы. Если мы будем стоять здесь, то у нас есть все шансы как раз таки. Вот мы и убиваем. 5 ударов наносят, и он пробивает. А-а-а, щупальца тоже надо все уничтожить. Не, ну это невозможно.
Нет, это правда невозможно, кстати. Хотя у них... У них мало хп. 400 хп это очень мало, но сдаться. Продолжить. Неожиданно. Нам также жаль, милорд. Мы не смогли... Мы не должны были вовлекать вас в это. Мы найдем способ изгнать обратно. Восполняем. И там турнир. Древнее дерево. Ладно, кристаллы потратим. Не страшно. По 4 кристалла на каждого. Терпимо. Так, лучница апнулась. Следующее сражение. 20 уровень. 20 плюс уровни уже идут. Так, этот влетчик. Это так. Лучницы. Жрецы. Друиды. Ну и мономаг, который отправится за ледяным. И умрет. Почти сразу. Вот это, конечно, нас пробили сильно. Минус жрица сразу. Минус вторая жрица. Сильно пробили. Очень сильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть смертей. Следующее сражение. Это должно быть попроще. Инвизеры, правда, есть. Может, вот этого выставить? По ХП, правда, одинаковое количество. Но у него плюс основная характеристика будет. А от основной характеристики у него и урон, и вообще. Ну, давай поставим, ладно. Может, от него будет какой-то прок. Либо рыцаря поставим. Он классный. Либо рыцаря поставим просто потому, что он классный. Согласен. Поехали. Вот это очень неприятно было, то, что он ауешнул. Эти тоже ауешат сильно. Еще ауешнул. Вроде выдержали. Не полностью выдержали. Жрица все-таки померла. 2000 хп это маловато. Следующий. Поехали сразу. Мы должны и так побеждать. Угу. Может, жрицам, конечно, на следующем уровне поднять чисто здоровье? Может быть. Потому что хила вроде и так хватает. Ну, в принципе, есть ачивка на то, чтобы пройти все шестью. Я думаю, на минимальном сложности это будет несложно. Просто шесть. Просто шесть, чтобы было. Бам, просто всех раскидываем, раскидываем. Раскидываем, убили. Здесь, правда, ворвались сильно. Чуть было нас не поубивали. Следующий. Принять. Сражение. Готово. Лучница. 280. Ловкость. А тут сколько? 243. 212. 292. Эх, собака. Крыса на самом деле, не собака. Но неважно. Редиска. А крысы бегают вокруг. И бьют. Замораживающий тоже бьет. Но всех убили в итоге. Рыцарь прокачался.
573 урона он готов блокировать, а там уже ребята есть, которые наносят урона... Во сколько урона Варк наносит? 580, да, обычной атакой своей на постоянке. Вот эти ребята 1100, ну и 310. Поехали. Здесь опять стерли. А, все что ли? Все, готово. Угу, урон по замороженным увеличивается на 70%. У меня сильно прокачанный есть. Ну, не сильно, 110%. Мы можем еще сильнее его прокачать. Кстати, мы можем многие предметы на полном серьезе... Ну, не многие, а некоторые, во всяком случае, прокачать. В частности, вот эти. Мои лучницы будут еще больше дамажить. Прокачаем? Я с начала игры этого не делал. Давай. На 60% больше урона, на 70% больше урона. То же самое. Раз, два. А, также вот эту часть можем увеличить ловкость. А все, материалов не хватает. Нужны эти материалы. Материалы отсюда добываются. Один на один. Несколько против одного. Вот несколько против одного для нас легко. Каким бы сильным он ни был, мы его все равно убиваем. 54 скорость. Прыгнем, сагрим и убьем. Так, лучница. Жрицу еще взять? Или двух лучниц? Или двух лучниц возьму. Чтобы не париться. Минус лучница. Как раз для этого и взял запасную лучницу. На случай непредвиденных обстоятельств. Да, здесь добываются. Приготовление к фестивалю 3. Мне нужна вторая лучница. Сейчас восстановится. Посмотрим. Магазин гладиаторов со скидкой. Да никто не нужен. Мы уже все сделали. Охотники на болоте... Мне написали из гильдии болотных охотников. Они часто рыщут в поисках уникальных насекомых к ведьминым болотам и потерпели... поселили несколько людей во время последней охоты. Им нужна помощь. Кто такие? По 15 тысяч хп, господи. 40% урона от ближних и дальних атак. Жесть. Все, лучница восстановилась. Здесь мы можем арену смерти еще пройти. Один на один. Кто? Невидимка. Невидимка. Три тысячи урона нанесет. Да, он 3 секунды. Плохо. В принципе, вот этот может пережить. И сам он будет наносить приличное количество урона. Как 287, 4000, тут 6900. Этот будет 10% урон, 10% хп отнимать. Получать на 40% меньше. Ладно, давай попробуем своего барабанщика. Да-да, нет-нет. Невидимка. И что, ничего не происходит? Ничего не происходит, смотрите, он впрыгнул, а этот застрял. Проклятие. О, со временем началось сражение. Я не знаю, где-то, наверное, минуту. Они бегают, 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 а потом просто начинается сражение. По всей видимости, у обоих противников начинает утекать хп, и я чисто за счет большего количества хп затащил. А так они, в принципе, стояли на одном месте. Это странно, мягко говоря, и грустно. Так, подготовка к фестивалю 3, да? Я понял, как нужно биться здесь. Впрыгнуть-то мы впрыгнем. В принципе, и барабанщик пригодится, и этот пригодится. Лучницы. Нужно, чтобы они правильно отыграли, потому что иначе трагедия. Еще один друид. Да, еще один друид. Лучница должна. Приоритет сюда. Приоритет сюда. Дальше. Приоритет сюда. Приоритет сюда. Эта лучница наоборот. Также по кругу, но наоборот.
8, 7. Все, а только потом по этой штуке. Только потом по этой штуке. Поехали? Поехали. Они не пробиваются. Лучницы не могут урона нанести по ним. Минус 8. Сдаться. Мы не можем просто нанести урон. Ладно. Тогда мне нужно, чтобы они самоуничтожились. Правильно? Правильно. Подготовка к фестивалю 3. Ой, кстати, маяк потом будет. Болотная ведьма, а потом какой-то маяк. Давай еще раз. Ктулха, это слишком неприятно, как оказалось. Так, этот просто впрыгнет в него. Нормально. Вот этот барабанщик пусть подойдет сюда и сюда. Взорвется, нанесет много урона. Вроде нормально. Хорошо. Этот, соответственно, товарищ у нас сначала придет сюда, потом сюда. Отлично. Все, и лучницы. Раз, два. Лучницы здесь не очень, конечно, тащат. Но ничего не поделаешь. Поехали. Взрыв. А где взрыв-то? Самоуничтожается, когда приближается вражеский юнит. 100% сопротивление к дальним атакам, прямым атакам и атакам по области. А где самоуничтожение-то? Вот здесь вроде окей. Но здесь, мне кажется, это все от ХП пошло. Так, эту страшную штуку мы убили, но мы фиг убьем вот это все. Если не будут подставляться жрицы, как они подставляются сейчас, шанс есть. Они прям идут на эти тентакли. Ну, понятное дело, эльфийские женщины. У них очень мало ХП, поэтому уже победили. 1000 урона им хватает за глаза. Готово. Лучницы, правда, погибли. Ничего страшного. Зато нанесли больше остальных урон. Милорд, вы просто волшебник. Наши люди этого не забудут. Наконец, мы можем провести наш фестиваль безопасности. Уважение уже ко мне. Гладиатор получает много интеллекта, но теряет... Слушай, а если прокачать эту диадему, она будет очень сильная. Ну, будет терять по 15% здоровья каждую секунду. С одной стороны, с другой стороны, очень много интеллекта получит. Возьмем на продажу. Хотя нафиг надо. Возьмем материалы. Наслаждайся. Так, можно прокачать всех. 15500. 10900. По 300 урона уже. Порядок? Да порядок. Охотники на болоте. А лучники должны восстановиться. Магазин гладиаторов не интересен. Вот это интересно. 2 на 2. Инвизер мне не очень нравится. Ну, правда, впрыгну сейчас, и лучница расстреляет потом всех. Все. 4600 жахнуло. Сильно. Продолжить. Так, гигантские болотные насекомые. Ну, сначала охотники на болоте. Давай, поехали. А потом мы к гигантским болотным насекомым придем. Раз, два, три, четыре. Погнали. По-моему, невидимку мы только что убили чисто случайно. Победка.
Вау, эти штуки огромные, отличная работа. Лучница. 164. Гигантские болотные насекомые. Мастер гильдии, мне нужно, чтобы ты отправился в болото ведьм и поймал для меня несколько неестественно больших насекомых. Тебе что, инсектарий нужен? Их нужно изучить как следует. Что-то делает их гораздо более большими, чем они должны быть, и я хочу знать, что именно. Мы в деле. Так, это впрыгать. Это не впрыгать. Это пара лучниц. И одна жрица. Поехали. Почему-то получают ранения лучницы. Крохи какие-то урона. Но получают. Вот 25 урона получили. Странно. Просто замечательно. Умираю от любопытства. Наслаждайся. А, выбрать надо. Давай камень возьмем. Так, что-то на прокачку, да? Можно, например, щит неуязвимости на прокачку. У лучниц можно что-то еще прокачать. Это не улучшается никак, никак. Это обычные предметы. Ну вот это, например, я понял, чего не хватает мне. Материалов не хватает. Молоточков. Так. Несколько против одного. Это самое легкое, что может быть. Правда, он может уничтожить нас полностью, но я думаю, мы справимся. Две лучницы. И одна жрица. Жрицы почему-то поменялись местами. Жрица посильнее так-то. Поэтому лучше вот эту. Поехали. Бам! Минус лучницы сразу. С одного взрыва. Жестко. Так, он стоит оглушенный. И он стоит оглушенный. И он постоянно будет стоять оглушенный. Жестко. Слишком жестко, я считаю. Но, правда, он подошел. Хорошо. Не было бы жрицы, мы бы не затащили, конечно. А так, есть даже шанс какой-то. Так, приманился, огрел. Ускоряем тогда. Неприятно, лучницы умерли. Прям обе умерли. Хотя, казалось бы, стояли далеко. Так, открыть, собрать все. Немножко воскресить их. Болотная ведьма. Магазин этот нам не нужен, а вот магазин предметов я бы посмотрел. 25. Интеллект и ловкость опять-таки. Сила, ловкость. Интеллект, выносливость, ловкость опять-таки. Странно эти штуки дают. Вот здоровье на 4000, это хорошо. Один сразу после начала боя призывает беса уровня 6. Бес уровень 6, конечно, нам ничего не даст. Во, еще не один неисправный механический костюм. Ну, я не буду еще один брать. Хотя потенциально возьму на будущее, если вдруг что. А так вообще вот здоровье на щите. Здоровье на щите. Кому? Вот ему. 14 980, 15 540. Отлично. Так, охотники на болото. 2. Охотники высадили еще одну группу насекомых. Готовы к охоте? Готовы. Прыгаем. Это по бокам. Пару лучников. Пару жриц. И друид. Они опасно ворвались.
Ну, все невидимки сплошняком. Молодец, охотники впечатлены. Так, гигантские болотные насекомые 2. Мне нужно, чтобы ты собрал для меня еще несколько образцов из болота ведьм. Ладно. 55 некромант. Я не думаю, что мы сможем прокачать все фракции. Но мы потихоньку к этому идем. Я не получил ачивку за то, чтобы обожаемым быть где-то. Хотя обожаемый это, по идее, более ранняя ступень какая-то. Судя по редкости достижения, во всяком случае. Так, отличная работа. Я узнаю много нового благодаря этим образцам. Узнаю. Что-то надеюсь узнать. Многие думают, что магия это что-то сверхъестественное, но на самом деле все совсем наоборот. Она заключается в том, чтобы понимать и использовать природу таким образом, чтобы это выглядело волшебным для других. Гигантские насекомые как раз подходят. А только случайно не создай нежить величиной с гору, пожалуйста. Или в этом что-то есть? Хорошо. А, выбрать что-то. Камни... Манокристаллы возьму. Так, и последняя охота на бегемота. Вау. 86 тысяч, ребятки. Бьет врага на 4672 урона. Выбирает врага и притягивает его. Выплевывает 15 шипов в случайных направлениях. Дюжина рогов на теле чудовища отражает 25% всего урона ближнего боя. Какой кошмар. Нет, это грязь. Я боюсь, что это не убивается. Хотя, с другой стороны, 10%, если мы будем отнимать, на полном серьезе, мои вот эти ребята, может быть, сами даже соло... Может, соло затащит барабанщик? Но соло все-таки вряд ли. Хотя, черт его знает. Посмотрим. Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.